Ивана Купала – один из самых популярных праздников, сохранившихся от древних славян до наших времен. Традиционно наши предки в этот день собирали травы, плели венки, разжигали костры и прыгали через них. Считалось, что травы, вода, огонь – все приобретает магические, целебные свойства. А обряды, сохранившиеся с тех времен, до сих пор несут в себе что-то таинственное и непознанное. Не обошел стороной этот праздник и нашу съемочную группу. Белгород-Дистровский район, село Малога. Именно здесь мы встретили праздник солнца, лета и зеленого покоса. Девушки в традиционных украинских костюмах, они исполняют веселые песни, поздравляя всех присутствующих с праздником, танцуют. Я у нас на Украине, сила не квітучих, так у нас на Украине, всі співучих, хай же щастя буде нові, пісень багато повез пісні в Україні, перебуває свята. Местные жители украсили купальское дерево разноцветными ленточками. Для тех, кто не знаком с традициями, поясним, в некоторых местах нашего края эти ленточки символизируют мужское солнечное и женское водное начало. После того, как нарядили деревце, участники праздника пели песни и водили вокруг него хоровод. Стороною дощик иде, стороною дай на мию руженьку червону. Далее незамужние девушки отправились пускать венки в воду. Один за другим яркие венки падали, разбивая водную гладь. Принято считать, что если венок плывет долго и не тонет, то девушка в этом году выйдет замуж. К какому берегу приплывет, с того берега следует ожидать жениха. На поле, где проходило торжество празднования, заранее заготовили стог сена, который при наступлении ночи подожгли. Для самой веселой и яркой части праздника – прыжков через костер. Язычество сменилось христианством, но многие традиции празднования дня летнего солнцестояния сохранились. Теперь это народный праздник, и местные жители отмечают его в духе единства с природой и друг с другом, отдавая дань древнеславянским традициям.